сводит с ума весенний ветер. Теплыми ночами ты на главный вопрос ответил. Школа за плечами, день воспоминаний полон. Все друзья с тобою, чувствуешь и знаешь, что у тебя за спиною. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь, сменила школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. Все так и сложно, ни год и ни два забыть. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь, мило школьные грезы, немножко грустно. Лабдуен, добрый день, уважаемые гости нашего мероприятия. Прошу всем встать и торжественно встретим наших выпускников. Он там, Свинеги Сагайда, Дивитук Стоши Четропацента Агада, Мусу Видус Сколос Абсолвентус, Un klašu audzinātājas Anželiku Ceriņu, Larisu Golubecu un Tatjanu Sidarenko. Zālē mūsu skolas pedagogus. Mūsu absolventi man lūdza, ļoti, ļoti lūdza, ka pirmais, ko viņi gribētu, tas būtu apsveikt savus mīļos skolotājus. Ja ir tāda vēlēšanās, tad es jums dodu brītiņu laika, lūdzu. Дорогие, любимые наши учителя, от всей души хотим вам сказать спасибо за то, что за все эти годы вы вложили в нас большой запас знаний. Сейчас мы отправляемся в большой путь и будем знать всегда все ваши советы, всю вашу поддержку, все останется у нас в памяти. От всей души говорим вам большое спасибо. Все? Отлично. Собственно, от себя я хотел бы поблагодарить всех учителей, всех гостей. Большое спасибо, что пришли посмотреть на то, как 50 человек получают аттестат. Я знаю, это очень интересно. На самом деле, большая благодарность мне в первую очередь учителям и родителям. Родители, большое вам спасибо за то, что привели нас в 71-ю школу. Эта школа действительно очень хорошая, с прекрасным педагогическим составом и с отличными ребятами в целом. Так что огромное вам спасибо. Дорогие родители, учителя и гости,
Мы хотим сказать вам огромное спасибо. Посмотрите на нас. Мы выросли такими большими, здоровыми и сильными. И в этом есть ваша рука. Родители, спасибо вам огромное за то, что воспитали нас. Учителя, спасибо вам большое за то, что учили нас, вкладывали в нас знания, делились своим опытом, за то, что терпели нас и старались дать все то, чему вы были научены сами. Paldies mūsu absolventiem par skaistiem vārdiem un tikpat skaistiem ziediem. Vēlreiz paldies! Анжелика Викторовна, от всего 12 А-класса, от себя лично, в частности, мы хотим вас поблагодарить за непосильный труд, которым вам пришлось сделать для того, чтобы взрастить нас, чтобы мы выросли достойными, хорошими людьми, чтобы мы все получили желательно высшее образование, ну или, как сказал мой папа, просто остались бы людьми, потому что вы вложили в нас ничуть не меньше, чем наши родители. Так как мы проводили в среднем по 8 часов в день у вас, в школе, у вас в кабинете в частности. Это очень-очень много. Большое вам за это спасибо. Последний звонок прощальный, последний урок печальный. И радостно, и тревожно наши стучат сердца. Мы стоим на пороге, и впереди дороги, и полон забот и тревоги взгляд моего.